Согласно письму главного государственного инспектора по обеспечению безопасности дорожного движения по Республике Дагестан Евгения Нечаева, получено указание о наведении порядка по автодороге «Кавказ», проходящей на территории Хасавюрта. По поручению главы города Зайнудина Акмазова представители межведомственной комиссии по поддержанию общего и санитарного порядка при администрации муниципального образования город Хасавюрт провели рейд по улице Махачкалинское шоссе на предмет соблюдения санитарного порядка, норм ведения торговли и правил парковки вдоль федеральной трассы, проходящей по черте города. По всей территории федеральной автодороги «Кавказ», проходящей по городу Хасавюрт, осмотреть весь транспорт, который находится, и осмотреть незаконная торговля именно с транспортных средств тоже. Федеральная автомобильная дорога «Кавказ» – это очень перегружен, особенно в летнее время. Многие из соседних республик, из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Сети едут на море и создают помехи проезжающим транспортом. На основании этого мы хотим навести порядок с тем транспортом, который долгое время стоят и незаконно торгуют на этом участке дороги. В работе комиссии приняли участие специалисты управления торговли, управления транспорта, сотрудники ГИБДД, МВД России по городу Хасавюрт. По словам специалиста отдела по вопросам транспорта Исрапила Магомедова, с нарушителями ведется как профилактическая разъяснительная работа, так и применяется мера административного наказания. Ответственный по поддержанию санитарного порядка Бекбулат Акавов подчеркнул, что подобные работы проводятся периодически для соблюдения всех норм безопасности. Он находится на территории города. Он есть, которые незаконно остановки машин. Вот сейчас проходится, разгоняют их. То незаконно торгующие машины, которые мы уже, вы сами тоже видели, мы запретили, закрыли, не дали им торговать. А вообще, какие выводы, что будет предпринимать далее? Ну, предупреждение делаем. Каждый раз предупреждаем, что здесь нельзя стоять, здесь нельзя торговать. Члены комиссии стараются поддерживать ежедневно порядок на данном участке, но такая работа необходима для того, чтобы координированно проводить совместную работу на наиболее сложных участках, отметил Магомедов. В ходе рейда были выявлены нарушители, с которыми проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений и необходимости поддержания общего порядка. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».